Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Таша Муляр. Сегодня хочу предложить вашему вниманию два интересных рецепта с морской капустой, с ламинарией сахалинской. Она у нас изначально в сухом виде, мы ее с вами размочим, подготовим, приготовим из нее салат с морской капустой и мидиями и суп, а-ля такой японский суп мисо. Ну что, давайте начнем. Ну и вот сегодня хочу приготовить с вами салат из морской капусты. Морскую капусту, я думаю, что многие из вас употребляют. Вот салат сахалинский, да, я лично его с детства люблю. Вот, но для нашего случая, для худения, он не очень хорошо подходит, чем тем, что в нем содержится достаточно много сахара и уксуса, да, при его изготовлении. Поэтому я вот взяла такую сухую ламинарию, да, морскую капусту сахалинскую. Вот, в ней содержится очень много полезных веществ, да, и особенно в нашем нежном возрасте, кому за 40, ну, йод для щитовидки очень тоже полезен, и омега-3 тут, и клетчатка. В общем, сейчас мы эту капусту подготовим и потом сделаем из нее такой вкусный салат. Ну вот, эта упаковка у меня содержит 100 грамм этой капусты. Я взяла половину, 50 грамм. И нужно ее разолить водой горячей из расчета 1 к 10. Да? То есть, если у меня тут 50 грамм, значит пол-литра воды. И около часа она должна постоять. За час она разбухнет. Потом в этой же воде мы ее немножко отварим, остудим. И будем заправлять наш салат. Вот этот бульончик, который останется, можно использовать для приготовления супа. Ну, сейчас подумаю, может быть, еще и суп с вами сварим. Ну вот, прошло где-то часа полтора, наверное. Вот посмотрите, во что превратилась наша морская капуста. Видите, как она разбухла. Но она сейчас жестковатая. То есть, в принципе, она разламывается руками, но еще жестковатая. Поэтому мы ее сейчас минут 15 поварим. Ну, вот наша капуста практически сварилась. Она стала мягкая. На бульоне от этой капусты мы приготовим с вами суп с мидиями. Вот у нас тут мидии. Да, сейчас я потру морковь, порежу лук. Вот еще у меня есть лук порей. И вот такой набор. Я вам напишу, что здесь у нас конкретно это для соусов и заправок. Трем морковь, будем ее использовать и в салате, и в супе. Пережаривать не будем. Лук нарезаем тоненькими-тоненькими полукольцами. Мы будем использовать салат, ее в салате. Наша капуста сварилась, да, прошло 15 минут. Вот видите, она полностью восстановилась. По консистенции она достаточно еще упругая. Вот, и я могу сказать, что она сама по себе безвкусная. То есть мы ее должны с вами насытить соусами, да, ароматами. Вот, поэтому часть капусты, вот видите, из нашего 50 граммов вот получилось вот такое вот количество. Часть я оставляю, она пойдет у меня в суп, пусть она продолжает вариться. И часть я нам отложила на салат. Нарезаем лук порей. Вот сейчас хочу показать вам, как нарезать его полосками. Он очень красиво будет в супе смотреться, когда он будет такими длинными вермишельками. Вот, для этого мы его нарезаем не традиционно, как вот в основном делают кружочками, да, а вот такой вот красивой соломкой. Вот смотрите, какая она красивая получается, радостная такая. Ну вот, к нашей капусте я добавила нарезанный лук, натертую морковь. И теперь мы с вами делаем соус-заправку, который будет основой и цветовой вкусовой гаммой нашего салата. Да? Мы с вами берем оливковое масло, выжимаем в него лимон. Лимон важен, потому что он и даст вкус вместе с оливковым маслом. Так делать не надо. Вместе с оливковым маслом даст вкус нашей капусте. Вот, также добавим сюда чуть-чуть кунжутного масла, если у вас есть. Его главное не переборщить, оно очень насыщенное. Добавим чуть-чуть рыбного соуса. Поперчим. Все это перемешаем.
вот этой вот смесью, добавив предварительно мидии. Мидии у меня уже отварные, но они, как правило, мороженые уже отварные продаются, с ними можно ничего больше не делать. Вот, и заливаем все это нашим соусом. Перемешиваем и даем нашему салату немножко настояться, для того, чтобы аромат масла, лимона и остальных наших ингредиентов пропитал капусту, и они приняли все друг на друга. Вот получается салат, и украсим наш салат кунжутом. Кунжут очень освежит композицию. Вот такая красота получилась. Я добавила в нашу капусту немножко воды, для того, чтобы у меня получилось больше бульона. Видите, бульон насыщенного цвета, вот такого зеленоватого, да, и у него вкус морской капусты. Добавляем сюда морковь. Добавляем сюда нарезанный лук-порей. Вот видите, какая красота сразу получается. Сейчас у нас все это закипит, немножко поварится. И мы положим сюда наши морепродукты и добавим специи. Он проварился буквально у меня пару минут после кипения. Лук-порей стал, видите, мягким таким вот, но еще не переварился. То есть наша задача, чтобы все-таки овощи в этом супе сохранили свою свежесть и не стали сильно переваренными. Так как морепродукты, вот здесь у меня кальмары и мидии, тоже практически не варят, да, иначе кальмары станут дубовыми, вот, то мы их добавляем уже на этом этапе. Опять же ждем, когда все это закипит, и будем считать, что наш суп готов. Сейчас мы его еще приправим. Добавим сюда тоже немножко оливкового масла для аромата, да, и чтобы у нас появился растительный жир тут, и лучше усваивались овощи. Добавим немножко кунжутного масла, оно придает такой восточный аромат, вот. Для усиления рыбного вкуса мы добавим рыбный соус, чайную ложку, и поперчим черным перцем. При желании можно посолить немножко. Ну, давайте чуть-чуть посолим. Вот. Сейчас у нас с вами закипит это все, и получится прекрасный суп. Кто вот в японских ресторанах ел мисо-суп, вот это будет похоже на такой мисо-суп с морепродуктами, с морской капустой. Посмотрите, какой он красивый и очень полезный. Вот такой вкусный суп мы с вами приготовили. Мы все и приготовили. У нас с вами сегодня был продуктивный день. Вкуснотища получилась, как в японском ресторане. Вот. Ну, вот мы с вами вместе приготовили два интересных блюда. Я надеюсь, что они войдут в ваш рацион, понравятся вашим близким, и вы будете питаться не только вкусно, полезно и быстро. Спасибо, что были со мной, ваша Таша Муляр. Пока-пока!